В Москве вспоминают известного журналиста и правозащитника Анну Политковскую. Она проводила расследование обстоятельств обеих чеченских войн. Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. И вот сегодня стало известно, что новую газету, в которой работала Политковская, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это происходит второй год подряд, но в этот раз новую газету букмекеры считают одним из наиболее вероятных лауреатов премии. Шансы российского издания оценивают довольно высоко, ставя новую газету на 4-е место. Анна Политковская – автор множества громких эксклюзивных материалов, опубликованных в «Новой». Ее статьи обличали методы наведения порядка в мятежной Чечне. Как уверяют близкие и коллеги, Анну застрелили за 2 часа до того, как она должна была отправить в печать результаты сенсационного расследования о пытках в Северо-Кавказской республике. Президент Путин тогда сказал, что ее гибель нанесла власти больший ущерб, чем ее публикации, поскольку политическое влияние Политковской было, цитата, «незначительным». Заказчики убийства журналиста до сих пор не установлены.